Всем привет! А это будет видос, в котором я покажу, как я снимаю свои превьюшки. Вы, возможно, не знаете, но огромное количество работы мы проводим над нашими превьюшками, просто ебанистическое. Сейчас я решил вот просто вам показать, как весь этот процесс снимания превьюшек выглядит. Снимаю все на телефон. Вот. А сейчас я буду смотреть, что делать, короче, блядь, я не знаю, нахуя я это все снимаю, но мне просто кажется, что это интересно, вот, короче говоря, превьюшки я обычно снимаю на зеркалку, собственно, вот она, зеркалка, я тут целую композицию, короче, делаю, вот, снимаю превьюшку сейчас, буду сейчас снимать превьюшку к видосу «Творческая работа, это жопа». Вот, то есть вот здесь вот будет жопа нарисована, короче. Ну и, короче, давайте без лишних слов я поставлю эту поебень на вот сюда. Да, и буду, короче говоря, снимать, как я снимаю, блядь, превьюшку. Сейчас как бы эту хуйню поставить-то, чтобы видно было. А, ну вот, в принципе, видно. В принципе, видно. Да, у меня автоматическая система, короче... снималка автоматическая, ну как автоматическая, то есть тут у меня пульт для того, чтобы снимать. Вот, и сейчас я выставляю, значит, кадр, примерно как это будет. Вот он, кадр. Выставляю быстрый спуск, чтобы можно было с затвором вот так вот снять, короче, автофокус. Вот, и выставляю вот эту поебень сюда, чтобы видно было. Вам-то, конечно, нихера не видно, но мне видно. Вот, ой, блядь. Вот, ну что ж, начинаем наше высокое искусство, чуваки. Итак, блядь, высокое искусство, а я более высокий, чем искусство, я в кадр не влезаю, блядь, пиздец. Что ж мне делать? Да, даже Артемий Лебедев так не ебется с превьюшками, потому что он вообще не делает никаких превьюшек, потому что он не блогер, блядь, чуваки. Так, ебаная твоя жопа, блядь, мне уже места тут не хватает под эти все превьюшечные дела. Так, ну может быть я просто фотоаппарат как-то подальше поставлю, вы его, правда, теперь не увидите, блядь, ну похуй, короче. Мне главное превьюшку сделать. Превьюшку мне главное сделать. Да. Ну что, давайте. Так, мне надо изобразить грустное ебало. Так, может быть, я все-таки поставлю вот так как-нибудь, чтобы вы тоже могли лицезреть мое ебало грустное. Так, грустное ебало. Для начала мне фокус надо настроить просто. Да. Так, искусство это жопа, блядь. Вернее, это творческая работа, это жопа. Рукава закатать, бля. Я больше в это ебусь, на самом деле, с превьюшками, чем с этим видосом. Мне сложнее превьюшку сделать, чем все остальное, блядь. Это большая часть процесса. Ну, короче говоря, жопа, блядь. Так, мне надо изобразить грустное лицо, но чтобы еще при этом видно было. Так, ну посмотрим, что у меня получилось. Так, вы это не увидите, но вы конечный результат зато увидите. Так, надо понять... Так, мне, походу, надо поближе встать. Бля, я, кажется, слишком высокий для этого мира, чуваки. И, бля, мне, наверное, надо на табуретку сесть, чтобы все-таки как-то получше было. Гармонично как-то. Блядь, вот, чуваки, это столько ебней вот с этими привычками, блядь. Столько ебни. Так, давайте, может быть, повесим наш мольберт, блядь. Повесим наш мольберт как-то пониже. Вот так. Белиссимо, блядь. Так, и хорошо, что у меня, блядь, вот это... Не знаю, нахуй я так трахаюсь с этим? Можно было бы просто, знаете, снять, написать, блядь... Короче, блядь,
Бесполезный сизифов труд я сейчас делаю, но... Короче, отснимем штук 30 таких дублей и что-нибудь выберу из этого. Вы меня смущаете, чуваки, я не могу этим заниматься, когда вы смотрите, блядь. И так-то это очень, очень по-дебильному, ну ладно. Так, мне надо определиться, в какую сторону мне смотреть вообще. Надо сделать лицо еще более недовольное. Еще более недовольное лицо. Как же, блядь, сделать недовольное лицо? Ох, ох уж это, блядь, актерское мастерство. Бля. Да, вот это искусство, чуваки, делать ёбаные превьюшки. Ну ладно, снимаем их еще побольше. С разных вариантов, может быть, я совсем в камеру смотреть буду. Да, вот такое вот дело, чуваки. Ладно, конечный результат вы можете увидеть на основном канале. Если не подписаны какого-то хрена еще на основной канал, подписывайтесь, ссылка в описании. И на канал Ящера Шас тоже не забывайте подписываться, он фэншуйный, чуваки. Вот, не представляете, сколько работы я с ебучим своим блогом, короче, делаю, чтобы вам всем нравилось, блядь. Это пиздец, чуваки, это полный пиздец. Эх, все ж меня никто так не ценит, блядь. Ну ладно, на этом сегодня закончим, чуваки.